Всем привет! Привет! Начался четвертый день нашего шатания по Голландии, по Нидерландам. Мы сейчас в Гааге. Мы выписались из отеля. И пошли искать последний артефакт, найти такие тот самый знаменитый Гаагский суд. В принципе, наверное, единственная вещь, о которой, я не знаю, известно про Гаагу и весь мир. Ну и хотим еще раз дойти до моря. Мы уже сбились, какой по счету это голландский кот. Обычно мы попадали, когда филе уже было готово, но тут эта милая женщина делает филе прямо сейчас. Селедочка. Мы находимся рядом с одной из резиденций королевской семьи, называемой Peace Palace. Не знаю, как назвать, дворец мира, что ли. Но почему-то доступ к самому дворцу закрыт. Вот он позади нас. Очень красивое и большое сооружение. В этом дворце находится Международный суд Организации Объединенных Наций и Международный арбитражный суд. Причем Международный арбитражный суд здесь был создан по инициативе российского царя Николая II. Здесь рассматриваются дела между странами, когда одна страна против другой, а также когда какая-то организация подает в суд по каким-то международным вопросам. Там сейчас идет работа, поэтому доступ туда закрыт. Завтра будет открыт, но сегодня мы уже уезжаем, так что мы вовнутрь не сможем попасть. Какие любезные ребята разрешили Рите посидеть в крутой машине. Давай думаю, что так классно пахнет прямо на улице. А это огромный куст лаванды с кучей шмелей. Но он почему-то за стеклом и написано, что он под охраной. И он улыбается, и у него здесь какая-то рыба лежит, типа лосось. Как тут мы узнали, в Гааге есть свой район красных фонарей. Где раньше стоял этот памятник. Да. Вот, и находится там внутри в своей собственной реальности, где ему хорошо, видимо, поэтому он улыбается. И где ему и положено, в общем, быть. Голландский котик. Но он нам недоступен, к сожалению, он за окном сидит. Классная парковка для яхт. Их здесь много, они все такие классные. Я бы любую бы взял, пофиг. Даже самую маленькую. -8. Как-то так.